Накануне с триумфом вернулась домой белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая. Она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Варшаве. Спортсменка представляла нашу страну в категории свыше 78 килограммов. В финальном поединке она обыграла украинку Светлану Еремко. Слуцкой понадобилось чуть более 2 минут в решающей схватке, чтобы заработать оценку «Чистая победа». Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины. Медаль такого уровня у меня первая. Дважды ранее становилась уже пятой на таких турнирах, чемпионатах Европы. Вот, но медаль не удавалось завоевать. Постоянно что-то мешало, то травма, то какая-то неудача. Вот. В общем, ну, проигрывала в основном в финальных блоках уже. Вот. В этом году, в принципе, все сложилось очень хорошо. В этом сезоне у Марины Слуцкой уже не первая награда. В начале апреля спортсменка выиграла престижный турнир «Гран-при Тбилиси».